Вот распиваете спиртные напитки. Это пиво ведь, и спиртные напитки. А пиво тоже спиртные напитки? Я с Питера приехала, можно посидеть с Кирой? Ну, можно, только пиво пить нельзя. Я выброшу сейчас вообще. Вы понимаете, что вы можете сейчас на штраф нарваться? Понимаю. Вот этот рейд сегодняшний, он проходит в рамках реализации комплексного плана по обеспечению правопорядка в местах, предназначенных для отдыха горожан. К таким местам относятся парки, скверы, набережная, пляжи, соборная горка, детские площадки, детские городки. Вот сегодня, с 20 мая, мы начали рейды по паркам и скверам. И там, где есть жалобы горожан с прошлого года, и там, где нет, мы рейдуем вместе с дружинниками, уполномоченными по работе с населением, и сотрудниками полиции. Разъясняем горожанам, что нужно соблюдать порядок. Ну и, естественно, если сам факт мы видим распитие алкоголя, то составляется протокол. Решаются такие виды нарушений, как распитие спиртных напитков, выгул собак неконтролируемый, два дня на поводках, а здесь ходят дети, что может привести как бы к нежелательным последствиям, могут напугать ребенка. И, конечно, хотелось бы, чтобы все было так, как положено по закону и по порядку. И тут куча пьяных всегда, и всегда они спят пьяные, на скамейках, да, и то есть как бы, ну, и одновременно дети здесь гуляют. Ужасно, короче.